С вами школа машинного вязания «Изба вязальня». Предлагаю вам узор на основе аранов и кос. Не забудьте сдвиг каретки поставить на H, чтобы иглы не бились друг о друга. Раппорт этого узора вы увидите в конце видео. А сейчас делаем перевитие средних петель. Крайние фрагменты не трогаем. Провязываем 2 ряда. И далее двухугольным декером начинаем сдвиг петель. Формирующих капли. И выполняем перевитие 2 средних петель каждого блока. Узор, который у нас получился, вяжется просто, выглядит эффектно. Если вам понравился этот узор, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. И жду вас в нашей школе машинного вязания. Ваша Наталья Некрасова.